Губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства региона, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. Во вступительном слове губернатор обозначил главную тему, которая требует самого пристального внимания. Именно ей была посвящена основная часть совещания. Нашей главной, важной задачей остается работа с семьями, внимание, взаимодействие, та чуткость, которую мы декларируем. Коснулся Андрей Воробьев и темы выплат семьям мобилизованных граждан. Она также находится под контролем подмосковных властей. Хочу наш цифровой социальный блок поблагодарить. Все выплаты практически завершены. Если кто-то, какая-то семья еще не получила выплаты, то уже в ручном режиме на этой неделе процедуру мы закончим. В ходе совещания на связь вышли представители семей мобилизованных, которые проживают в различных подмосковных муниципалитетах. Они рассказали, какая помощь им была оказана. Как только мужу пришла повестка, он съездил в военкомат и пришел, сказал о том, что завтра ему нужно прибыть на призывной пункт. Я написала классному руководителю, что мужа мобилизуют, и тут же... Знаете, мне было предложено написать данные мужа, ребенка, и через полтора часа мне уже перезвонили из управления образованием. Буквально еще даже я не предоставила документы, не собрала, то есть было как-то не до этого. Ребенку предоставили бесплатное питание, бесплатное посещение секции плавания на базе 8-й школы. Стоит отметить, что по инициативе губернатора в каждом муниципалитете Подмосковья открыты центры помощи семьям мобилизованных, где волонтеры, юристы, соцработники помогают с решением различных вопросов.